В мае в рамках программы «Нурлы-Жер» 195 атырауских семей получат долгожданное жилье. В рамках государственной программы квартиры будут выдаваться без права выкупа жителям из социально уязвимых слоев населения. Отметим, что все это жилье не подлежит приватизации, то есть граждане, относящиеся к социально уязвимой категории населения, будут обязаны ежемесячно оплачивать стоимость аренды в зависимости от количества квадратных метров квартиры. Сейчас завершено возведение 4 жилых домов в микрорайоне Береке. Также в городе ведется строительство 8 многоэтажных домов. После того, как они получат квартиру, сделать ее приватизацию будет невозможно. Только ежемесячно необходимо будет вносить плату за аренду. В случае, если глава семьи уйдет в мир иной, то эта квартира перейдет к его детям и родным.